Бесплатная ярмарка Free Market в Иванове приобретает все большую популярность. Растет интерес у посетителей и желающих принести ненужные, но, быть может, кому-то полезные вещи становится больше. В 2012 году организаторы провели 6 мероприятий. В летнюю пору ярмарку устраивали прямо на улице, а зимой рынок без денег разместился в гостеприимных стенах библиотеки на Крутицкой. Это способ взаимодействия людей как бы между собой, способ взаимопомощи, какой-то взаимоорганизации человеческой. Вот, то есть это и хороший способ избавиться от каких-то ненужных вещей, да, вот, которые вроде нельзя, сложно выкинуть. И в то же время хороший способ приобрести что-то интересное для себя. Посетители ярмарки смогли не только приобрести какую-то полезную для себя вещь, книгу или диск, но смогли научиться декоративной живописи на ткани. Урок провела Хельга Иванова. Она сама увлекается росписью акриловыми красками. Вот и всех желающих решила приобщить к этому занятию. Сначала нужно подготовить трафарет. Вырезаем на картоне, прикладываем и наносим рисунок. Рисунок мы наносим акриловыми красками по ткани, которые необычные для декоративных работ. И самое главное – наносить рисунок аккуратно, потому что ткань светлая в данном случае, и все изъяны будут заметны. И наносим кисточкой, не туда пихаем, потому что контур нарушится. Еще один мастер-класс был посвящен плетению косичек. Но оказалось, что желающих быть заплетенными бесплатно намного больше, чем тех, кто хотел бы научиться парикмахерскому искусству. Света Гурина поучаствовала в мастер-классе в качестве модели, но ее не покидает мечта делать прически не хуже. У меня мама, плетет, заплетает. Я хочу сама научиться, потому что это красиво и очень приятно. Просто для интереса. Я тренируюсь на своей голове. Я вокруг головы заплетаю косички. Две косички заплетаю просто. И одну сзади. Еще рыбий хвост заплетаю косичку. Организаторы бесплатной ярмарки свою затею оставлять не намерены. Наибольшей популярностью у ивановцев пользуются художественная литература, учебники и детские вещи. Такая ярмарка становится хорошим поводом помочь не только людям, но и животным. Во время мероприятия велся сбор средств для бездомных животных. Любовь Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.